сегодня мы приехали в мэрию города Загреба по трагическому поводу. Данас мы дошли у управы города Загреба поводом великой трагедии. Ушел из жизни замечательный человек. Отышел я из этого человека. Большой друг нашей страны, Российской Федерации. Великий приятель нашей земли, Русской Федерации. На протяжении всех лет, пока он был градоначальником, он оказывал очень большое значимое содействие нам в решении самых разных проблем. Теком свок вишегодичных мандатов он обнаружил помощь у решаванию бройных проблем и задач. Поэтому мы говорим с полным основанием, что господин Бандич внес очень большой вклад, практический вклад, в развитие российско-хорватских отношений. Стога уверенно причему, как господин Бандич не донес великий допринос развитию билатеральных отношений. Отдельные слова благодарности мы ему говорим за то, что он каждый год в протяжении многих лет организовывал отдых для школьников из города Беслан, которые пережили страшную террористическую трагедию. Особенно изражаемую захвальность господину Бандичу на помощи детям из града Беслан, которые переживали страшную террористическую трагедию. Господин Бандич ей помогал организировать отбор.